Я не буду читать своей дочери про принцесс, про волшебные туфельки и про кареты, и про то, что на свете где-то есть чудесный лес, потому что ни принцев, ни леса нету. Про злодеев, чьи полегли мечи, про высокие башни и чудо-двери. Я не буду читать ей это все в ночи, потому что боюсь, что она поверит. Я не буду читать никому это все, потому что и мне однажды показалось, что победит добро. Показалось, что сердце важно, что в последний момент прибежит герой и спасет меня от беды. Только жизнь оказалась совсем другой, и драконы живут внутри. Я не буду, но сколько ни разговаривай, так боюсь, что зайду перед сном, а она на книжку светит фонариком и сама читает о том. И с глазами, горящими под ресницами, тихим шепотом спросит меня: «Мам, а правда, что существуют принцы?» Я, конечно, отвечу: «Да».